У меня в руках, вот для примера, материал, который максимально близок к структурам метеоритов и астероидов в том числе. Это вулканическая лава, базальтовая лава с островов, Канарских островов, с Тенерифе. С метеоритом и астероидом этот кусок лавы роднит именно базальт. При формировании Солнечной системы он был самым распространенным веществом. Плюс сама структура такая же, как у астероидов. Правда, до старшего брата ему очень далеко. А настоящих кусочков метеоритов и астероидов у обсерватории пока нет на руках. Большая часть астероидов, она находится между орбитами Марса и Юпитера. Однако достаточно большое количество их рассеяно и в других плоскостях. Очень важным их отличием от планет является тот факт, что их орбиты могут иметь большие наклоны, большие удлинения, то есть они пересекают орбиты других планет, которые все-таки более похожи на круговые, и могут это делать по значительным углом к эклиптике, то есть к плоскости, в которой вращается вся Солнечная система. Астероид едва доходит размером до планеты. Если расколется, то его частицы станут метеоритами. И все это летает по бескрайнему космосу и иногда падает на Землю. Правда, жителям планеты бояться пока нечего. Надо отметить, что в общем и целом, конечно же, не все астероиды еще до конца изучены. Есть долгие, скажем так, астероиды с большим периодом, которые мы можем еще не видеть. Однако, в общем-то, с достаточно большой уверенностью можно сказать, что в ближайшие 3-5 лет ничего серьезного нам особо не грозит. Больший страх вызывают не астероиды, а космический мусор и станции со спутниками. Но тут есть два варианта – их контролируемое и неконтролируемое падение. С первым все понятно, а вот второй опасения вызывает. Но шанс того, что неуправляемое космическое тело, созданное человеком, упадет в черте города, крайне мала. Однако не равна нулю. Поэтому шансы падения как астероида, так и космического мусора примерно одинаковые. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».